Это некоторые мои товары с AliExpress. Сейчас покажу вам кучу полезного. У меня на обзорах побывало множество устройств, заказанных в Китае, и я подготовил для вас подборку из 15 тех гаджетов, которые я проверил временем и могу их советовать. Кстати, в описании есть куча промокодов для скидок. Сенсорная насадка на кран – простое, но необыкновенное водосберегающее устройство, которое легко собирается и превращает традиционный кран в современный сенсорный. Очень классная штука для кухни, стоит у меня уже примерно полгода и никаких протечек не было. Насадка устанавливается легко, с этой задачей справится кто угодно. Все потому, что насадку нужно лишь прикрепить к уже установленному крану, а не менять смеситель. Подаваемая из крана вода смешивается с пузырьками воздуха, которые делают струю мягче, а мытье эффективнее. Чтобы открыть кран, теперь достаточно поднести руку к насадке. Это не только удобно, но и безопасно, ведь инфракрасное управление устраняет риск перекрестного загрязнения. Если у вас есть проблемы с мышцами, то такой пистолет для вас. Используется он для уменьшения мышечной боли, улучшения кровообращения, снятия боли в суставах после тяжелой тренировки или продолжительной физической работы. Его применяют профессиональные спортсмены и люди, страдающие рассеянным склерозом, артритом и мышечной атрофией. Мышечный массаж использует метод вибрационной терапии, сочетающий определенную амплитуду, частоту вибраций и крутящий момент массажного элемента. Эффект достигается за счет воздействия на внутренние слои сухожилий, мышечные ткани и фасции, не вызывающие боли. Я лично протестировал этот пистолет, вещь классная, удобная и реально рабочая. В комплекте имеется куча насадок для воздействия на определенные группы мышц ног, ягодиц, спины, груди, запястья и лодыжек. Система контроля давления в шинах – очень полезная вещь. Она позволяет легко определить уровень давления во всех четырех шинах авто с точностью на 0,1 бара, а также температуру в покрышках с точностью до 3 градусов. Система избавит вас от множества проблем, связанных с низким давлением в шинах. Если образуется утечка воздуха из шины, вы сразу это заметите и получите звуковой сигнал, а также индикатор на ЖК-дисплее системы покажет, какое именно колесо нужно подкачать. Лично я уже давно ею пользуюсь, и эта система не раз уже информировала меня, какое именно колесо подспускает и что нужно его подкачать, ну или на шиномонтаж заехать для подклейки. Автоматический диспенсер для мыла. Устройство, которое с легкостью может стать настоящим королем любой ванной комнаты, благодаря стильному и лаконичному дизайну, а также функциональности и удобству при использовании. Сенсорный дозатор преобразует жидкое мыло на выходе в воздушную невесомую пену и позволяет значительно снизить ежедневный расход средств. Концентрат многократно разбавленной водой легко распределяется по всей поверхности рук. Умное устройство имеет сравнительно небольшие размеры, благодаря чему для него довольно просто найти место на полке или на бортиках раковины. Оно органично будет смотреться в ванной комнате, на полке около раковины в туалете офиса, либо же любого другого общественного помещения. Заправляется легко и можно заливать любое жидкое мыло, которое только захотите. Главное соблюдать пропорции мыла и воды. Классный смартфон Cubot X30. Сей красавчик был у меня на тесте, и на дни распродажи его можно урвать за $140. Cubot X30 укомплектован достаточно мощным 8-ядерным процессором Helio P60. Внутренняя память представлена 6 ГБ ОЗУ и 120 ГБ флеш-памяти. При этом цена Cubot X30 гораздо доступнее, чем телефоны с аналогичными характеристиками. Само устройство работает под управлением лучшей операционной системы Android 10Q, в которой используется весь многолетний опыт и лучшие разработки искусственного интеллекта по максимуму. Батарея на 4200 мАч. Есть NFC, 5 камер, которые, честно сказать, среднего качества. Это не камерафон. Но для обычного пользователя устройство очень даже ничего. Реально могу рекомендовать. Тот X30, который был у меня на обзоре, сейчас у товарища моего. И он им доволен. Правда, по случайности экран разбили, но с заменой никаких проблем не возникло. Заказал я новый экран на Али и поменяли его всего лишь за 2 часа. Так что если что-то случится, отремонтировать можно без проблем. Ссылочка на смартфон и его обзор будет в описании. Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой представляет собой беспроводное зарядное устройство, которое крепится на дефлектор автомобиля, а также служит в качестве держателя для телефона. Модель оборудована специальным инфракрасным датчиком. После обнаружения вашего смартфона боковые зажимы сначала автоматически растянутся в разные стороны, а затем после небольшой задержки плотно зафиксируют ваш смартфон, исключая выпадение гаджета. Разжать телефон возможно с помощью сенсорной кнопки. После нажатия на кнопку система разожмет ваш смартфон. Вещь классная, даже в мою старую джету подошло.
Есть небольшой нюанс, который я заметил. Если у вас жесткая подвеска и плохие дороги, то кабель питания может отходить и держатель будет отключаться. Проблема не глобальная, можно просто приподнять держатель и смартфон не выпадет у вас, даже при разжатом устройстве. Импульсное зарядное устройство. Спасает мой аккумулятор уже 9 месяцев. И не только мой аккум, эта зарядка оживляла и заряжала. Вещь для автомобилиста незаменимая. Зарядное устройство под управлением микропроцессора обеспечивает полностью автоматическую зарядку в 3 этапа. Присутствует защита от перезарядки. Я оставлял свой аккумулятор на 2 суток без какого-либо риска. Устройство защищено также от переплюсовки и короткого замыкания. Также в нем есть режим восстановления АКБ. Это спецрежим зарядки, при котором аккумулятор заряжается длительными циклами и восстанавливает свои свойства. Устройство опробовано на парочке аккумов моих друзей, и они работают без нареканий. Ночник 4 в 1 от Boseus. Занял почетное место в нашей спальне. Эти настольные часы – это многофункциональная портативная колонка, отличается стильным и компактным дизайном, может реализовать сразу несколько функций. Основным назначением является воспроизведение музыки, которое осуществляется с помощью подключения к смартфону или к планшету Bluetooth-соединением, что обеспечивает высокую передачу данных. Колонка оснащена двумя динамиками мощностью по 3 Вт каждый, гарантирующий качественное звучание и хорошую громкость. В случае необходимости воспроизведение любых композиций может проводиться с помощью разъема мини-джек, а также входа для microSD-карты, расположенных в тыльной части корпуса. Скажу честно, я не использую этот ночник как колонку, но вот как ночник с часами, так это идеально. Отображение времени отчетливое, приятное, а свечение подсветки очень комфортно освещает комнату, не напрягая глаза. В общем, как ночничок колонку рекомендую. Метеостанция с гигрометром, термометром, с большим цветным дисплеем и внешним радиодатчиком. Стоит у меня уже более года. Корпус внутреннего блока декорирован под дерево. В любой момент покажет вам температуру и влажность на улице и внутри дома. Все легко настраивается. Яркая, приятная подсветка, будильник, показания фазы луны, а также есть уведомления о погоде. То есть метеостанция покажет, будет ли дождь в скором времени, либо погода солнечная и без осадков. Это реально работает и в большинстве случаев показывает верно. Метеостанция автоматически начинает прием сигнала от датчика наружного воздуха после установки батареи или подключения адаптера постоянного тока. Ирригатор полости рта – крайне полезная вещь для ухода за своими зубами. Благодаря мощному механизму распыления ирригатор качественно и эффективно удаляет бактерии и налет зубов и десен. Тонкая насадка диаметром 0,66 мм создает мощную струю воды под давлением для очистки полости рта, удаления остатков пищи между зубами и массажа десен. Направляя свою работу на участки, до которых обычно не может добраться щетка или зубная нить, устройство удаляет почти 100% зубного налета и мягко массирует десна для улучшения общего состояния ротовой полости. Ирригатор оснащен резервуаром для воды объемом 220 мл, которого хватает для одного цикла очистки. Устройство поддерживает три режима работы – мягкий для чувствительных зубов, стандартный для ежедневного использования и импульсный для массажа десен. В каждом режиме вода или чистящая жидкость подается под разным давлением. Это у нас сумка для покупок, которую можно скрутить в небольшой корпус таблетку. Это уже вторая сумка, которую я заказывал, и как вы понимаете, если бы она была плохая, я бы ее второй раз не заказал. Первый экземпляр был подарен. Сумка небольших размеров пригодится при покупках в магазинах или супермаркетах, походах на природу или там, где вам нужен обычный пакет. Только в отличие от простого пакета, она надежнее, долговечнее, удобнее и выглядит прикольно. Вместительность у нее не как у ашановской сумки, но и занимает место она гораздо меньше. Сделана она из полиэстера, имеет несколько расцветок и весит всего 78 грамм. Сколько вмещает она продуктов, вы сейчас видите. А это у нас маленькая портативная горелка. Очень компактная и полезная штука. Пригодится всем, кому необходима одновременно компактная, надежная и мощная горелка минимального веса. В туризме, альпинизме, вело- и мотопоходах, автостоп и автопутешествия, отдых на природе на выходные, тактическое использование или аварийные решения для домашнего использования. Нужна для приготовления пищи в посуде небольшого объема. Оптимальная от 1 до 3 человек. Она очень проста в конструкции и очень легко зажигается даже при сильном ветре. Все из встроенного пьезоподжига. Накручивается на резьбовые баллоны с газом, но я у себя таких в городе не нашел и пришлось докупать еще переходник на обычные штоковые баллоны, так что имейте в виду, переходник есть на AliExpress.
Простой дизайн, возможность складывать до миниатюрных размеров и достаточная мощность 3000 Вт – все это делает эту горелку незаменимым спутником в походе. В сложенном состоянии помещается в небольшой пластиковый футляр. Компактный циклонный пылесос. Это стильный, маневренный, легкий и высокоэффективный вертикальный пылесос мощностью в 600 Вт, который поможет перенести вашу уборку на новый уровень. Сняв ручку и сменив насадку, вы легко доберетесь до самых труднодоступных мест. При этом вы сможете одинаково качественно, эффективно и бережно убрать любые поверхности в помещении. Не секрет, что в процессе уборки с помощью пылесосов, оснащенным мешками для сбора пыли, мощность всасывания постепенно снижается. Накапливаясь в мешке, пыль мешает свободной циркуляции воздуха. При использовании пылесосов циклонного типа этой проблемы не возникнет. Грязь находится в отдельном контейнере и не мешает воздушному потоку. По этой же причине двигатель циклонного пылесоса работает в постоянном стабильном и щадящем режиме, что положительно сказывается на его срок службы. Уход за циклонным пылесосом не представляет особой сложности. После уборки контейнер и сам фильтр можно легко вынуть, почистить и даже промыть. Я уже убираю в доме этим пылесосом уже около полутора лет, и если у вас маленькая квартирка, как у меня, то этот гаджет то, что нужно. Антибактериальная сушилка для обуви – просто незаменимая вещь для осени и зимы. Пользуюсь уже второй сезон ею и очень доволен. Она поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Электросушка обезвоживает и высушивает обувь благодаря теплой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. А также ее можно использовать для обогрева обуви в холодную пору года. Больше вам не придется одевать мокрые ботинки в холодную пору и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратит свою работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. Также в ней есть озонатор, и он убивает неприятные запахи в вашей обуви. И это реально работает. Сушилка и сушит, и стерилизирует обувь. Можно отключить озонатор, и она будет просто дуть теплым воздухом. Вещь просто зачет. Очень рекомендую такой гаджет к приобретению. Крутая отвертка от Xiaomi. Изящный и стильный дизайн в форме ручки, алюминиевый корпус, множество насадок, ручной и автоматический режим управления. Все это объединяет в себе этот гаджет. Вращение головки возможно в обе стороны, поэтому вы можете закручивать и откручивать мелкие винтики со скоростью 100 оборотов в минуту. Усилий отвертки достаточно, чтобы надежно затянуть, но не сорвать резьбу винтов в мелкой технике. Однако наличие функции автоблокировки хроповика делает возможным использование отвертки и в ручном режиме. В корпус встроенная светодиодная подсветка, которая включается автоматически в начале работы. Три LED-диода обеспечивают прекрасную бестеневую подсветку рабочей зоны. Аккумуляторная отвертка – это новый полезный девайс, который немало кто оценит по достоинству. Она станет вашим лучшим помощником в ремонте телефонов, радиомоделей, часов, ноутбука или компьютера. Не могу сказать, что данным гаджетом я пользуюсь каждый день, но бывают моменты, когда она очень пригождается из-за своих насадок. Если занимаетесь ремонтом электроники, то эта штука для вас просто необходима. Все эти 15 устройств у меня уже долгое время и очень в тему в моем быту. Уверен, что и вам большинство этих гаджетов пригодится. Ставьте лайки и пишите в комментариях, что больше всего вам понравилось и пригодилось бы дома. Все ссылки на товары из видео есть в описании. Помните также про промокоды, с которыми вы сэкономите часть денег в Черную пятницу, которая продлится с 11.11 по 13 число этого месяца. Спасибо вам за просмотр и увидимся!